Всем привет, друзья, с вами Андрей Хорев, это канал «Футбол – это жизнь». Итак, это наша рубрика «Форт FIFA» и наш третий сезон, сезон Тоти. За первый выпуск мы уже добились хорошей сыгранности, таким составом можно уже и викинг-лигу играть. Сыгранность 100 у нас получилось уже в первом выпуске, так что теперь мы уже открываем только золотых игроков. Ну что же, в самом начале мы откроем 5 золотых игроков. Первый игрок – нет, 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 нет. И последний, пятый игрок – нет. Ну что ж, друзья, пока что вот так вот выглядит наша команда. Очень много икон нам выпало в первом же выпуске, поэтому у нас уже команда 189 в общей сумме, но так до сих пор ни одного игрока нету у нас из команды года. Ну, есть также Эден Азар, который номинирован был, у него есть карточка Тоти номинейн, но нам она, к сожалению, не подходит. Ну что же, переходим к первой игре Fortnite. Итак, друзья, занял я 7-е место, пережил 93 соперника, за это получаю 47 золотых игроков. Ну что ж, друзья, неплохая получилась первая игра. Заработали мы 47 золотых игроков за то, что пережили 93 соперника. 20 игроков мы еще сверху получаем за то, что заняли топ-10. И также мы получаем 10 специальных игроков за 2 убийства. Ну что же, начнем, пожалуй, сначала с золотых. Первый игрок. Друзья, снова икона, первая, с первого же открытия. Ну, пока что мы это, естественно, возьмем, но потом у нас действительно все иконы просто уйдут из состава, потому что нам нужно будет ставить туда обычных золотых, наверное, пока что будет игроков, а потом уже апгрейдить до карточек Тоти. Пока что Лоран Матеус это да. Нет, нет. А вот Карим Бензема, тем более, это его тот с карточка просто получено за викинг-лигу, мы, конечно же, возьмем. У нас уже есть, кстати, Бруно Фернандес, но 86-й, но мы просто ее возьмем 94-ю сразу. Нет, 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 да, нет, 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 да, нет, 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 да, нет, нет. Ну, давайте возьмем его 96-ю, тот с карточку. Нет, 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 не считается, нет, нет. Ну и снова выпадает Матеус, поэтому мы возьмем его следующую уже карточку. Нет, 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 да, нет, 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 да, нет, 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 да, нет, 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 нет. Нет, нет, да, нет, нет, нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что ж, друзья, теперь переходим к 10 специальным игрокам, которые мы получили за 2 убийства. Первый специальный игрок. Да, нет, 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 да, нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что ж, друзья, вот так вот пока что выглядит наш состав. Пока что ни единого мы не поймали игрока, даже с обычной карточкой, у которого есть эта карточка Тоти. Так что будем продолжать. Я понимаю, что это, скорее всего, будет, скорее всего, последний сезон FIFA 19, Fort FIFA, именно сезон Тоти, потому что долго будет ловить именно определенных эти игроков. Так что, ну, мы будем стараться. Переходим ко второй игре Fortnite. Итак, занял я 30-е место, пережил 70 соперников, за это получаю 35 золотых игроков. Ну и, друзья, последняя на сегодняшний выпуск у нас надежда поймать в этих 35 золотых игроках хотя бы одного Тоти. Итак, первый золотой игрок. Нет, 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 не считается. Да, нет, да, нет, да, нет, 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 нет. И последний игрок. Нет.
Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.